Это Алиса. Вы на канале? А это Алис. Планета Алис. И сегодня у нас новая игрушка. Вот такая. Это вот такая вот коробочка. Подожди, Алис, мы давай посмотрим, что здесь нарисовано. Смотри-ка. Видишь? Это такой конструктор. Вот. Здесь есть домик садовый. Давай, там всякие, давай покажем наклеечки всякие. Сейчас, подожди, Алис, давай все высыпем. Мы же будем сейчас это строить. Давай-ка. Подожди, нет, это не на стол приклеивают. Это не надо на стол приклеивать. Вот. Мы будем смотреть на этот домик и строить все как это здесь. Руку. Нет, ну можешь на руку приклеить. Это паровоз. Паровоз? Покажи мне, что это. Это паровоз. Самолет. Это самолет. Самолет. Смотри, мы должны построить. Алис, посмотри, мы такой вот домик должны построить. Давай попробуем. Сначала мы берем вот такие вот детали. Это сова. Да, сова. Смотри-ка. Вот она, свинка Пеппа, да? Свинка Пеппа, иди, достань тебе ее из мешочка. Да. Достань ее из мешочка. Свинка Пеппа, сейчас подожди. Подожди, Алис, пока не отклеивай пока клеечки, пожалуйста. Клеечки потом. Сначала мы все должны построить. Смотри-ка. Ну, какой домик? На коробочке написано вот здесь, что эта игрушка от 1,5 до 5 лет. То есть, в общем-то, должно быть не очень сложно. Смотри, давай строить. На тебе пока свинку Пеппу, ты пока с ней поиграй. Пока мы все сделаем. Все, что для нее нужно. Здесь вот эта часть, в нее окошко пойдет. Ку-ку! Свинка Пеппа, ку-ку! Подожди, мы сейчас сделаем здесь дверь. Вот такую. Вот. Прицепим дверь вот сюда. Свинка Пеппа. Так. Вот сюда мы поставим крышу. Одна часть от крыши, а вот другая. Смотри, Алис, уже домик получается. Видишь как? Ой, подожди, что-то дверь отвалилась. Может, мы ее не просторонатили? А нет, все правильно. Это ты, свинка Пеппа? Привет, свинка Пеппа. Это твой садовый домик. Давай посмотрим, куда окошко поставить. Вот окошко. Окошко ставится сюда. Свинка будет. Подожди, это окошко. Она не лезет в окошко, она просто выглядывает в него. Вот так окошко ставим. И здесь еще есть столик. Вот, смотри, мы сейчас делаем столик. Ам-ам, ну да, сначала сделаем столик, потом она будет ам-ам за столиком. Вот мы сделали столик вот такой. Да. Мороженое будешь кушать, свинка Пеппа? Хорошо. Давай мы тебе поставим вот сюда стульчик, чтобы ты на нем сидела, когда захочешь покушать мороженое. И осталось нам... Ой, а мы забыли крышу сделать до конца. Смотри, на крыше было вот такие красивые оранжевые штучки. Мороженое сейчас будет. Подожди, свинка Пеппа, мы закончим сначала твой домик. И мы поставим все, что нужно. Вот это я не знаю для чего, не нарисовано. И цветочек вот сюда. Нам осталось, Алис, знаешь, что только сделать? Только наклеить наклеечки красивые, которые здесь будут в коробке. Ой, дерево упало. Стой, дерево. Так, смотри-ка, на дереве наклеена пчелка вот здесь. Видишь, на коробочке. Давай приклеим пчелку на дерево. Пчелка сидит на дереве. Я тебе дам пчелку. Сядь. Садись, приклей пчелку на дерево, пожалуйста. Давай вот сюда. Вот дерево, вот дерево. Алис. Вот, пчелка на дереве сидит, ну, немножко боком, но это не страшно. Вот так мы красиво приклеили пчелку на дерево. Что еще нужно, куда еще приклеить? Свинка Пеппа здесь на двери нарисована на домике. Смотри, ее нужно приклеить. Вот смотри, как на картинке, Алис, посмотри, как на картинке. И приклей ее на дверь, давай. Свинка.
Свинка Пеппа, чтобы было видно, что это домик Свинки Пеппы. Молодец. Вот. А, это Джордж, кстати, правда, это Джордж. Я даже не заметила. Ну, потому что это домик Джорджа и Пеппа. Просто Джорджа сейчас нет дома. Так, что ты отклеиваешь? Давай посмотрим. Покажи мне это что. Свинка Пеппа. Это Свинка Пеппа. Ага, Джордж, мы, по-моему, Свинка Пеппа. Давай, так, хорошо. Вот, это домик Свинки и Джорджа. Ты думаешь, что это тот паровоз? Ну так дверь не откроется, самолет это, а не паровоз. Алис, подожди, так же дверь не откроется. Ну давай самолет приклеим, например, на крышу. Да? Все будет на крыше самолет. Хорошо? Да, ну посмотри, там еще сова нарисована. Тоже на крыше. Где сова? Вот сова. Давай сову на крышу приклеим. Да. Давай-ка приклей на крышу ее. Вот сюда на крышу приклеивай. Вот, молодец, что еще осталось? Так, а это что? Это Ам-Ам. Ты думаешь, это Ам-Ам? Дай-ка я посмотрю. О, правда, кажется, это Ам-Ам. Что это за Ам-Ам, я не знаю, но это какой-то Ам-Ам. Тогда на стол давай положим это Ам-Ам. Это бабочек. Это цветочек, ну правда, как же так, я все перепутала опять. Цветочек вот здесь нарисован, цветочек вот сюда нужно приклеить. А это что? О, это птичка. Птичка вот здесь, смотри. Вот здесь птичка, она летит. И села вот сюда. Оп. Птичка. Подожди-ка, а там? Это что? Это мышка. А мышку куда приклеим? На крышу. Ты думаешь, мышка на крыше живет? Ну хорошо, давай. Может быть, рядом с собой. А почему ты их ногами? Их ногами. Ее нужно перевернуть. Ам-ам положим сюда Свинки Пеппи. Куда приклеим мышку? Ну вот сюда приклеим, сбоку тоже. Можно сбоку внизу приклеить мышку. С другой стороны приклеишь? А, ой, хорошо. Ой, это тортик. Оторвался хвостик. Мы сейчас его приклеим. Ну, вот, смотри-ка. Приклеили. Вот здесь приклеили. Мышку пи-пи-пи мы приклеили сзади домика. Вон там. Только ты, пожалуйста, сиди. Смотри, какой получается красивый домик. Давай теперь приклеим. А посмотри, ты видишь, тут еще знаешь, что есть? Тут еще есть торт. Смотри, торт. Тортик. Приклею его на столик. Свинка Пеппа его съест. Вот сюда на столик приклею. Нет, там уже есть одно ам-ам. Теперь с другой стороны приклею. Она сначала там съест, потом придет сюда и здесь съест. Вот. Давай ее отсюда заберем. И она пойдет кушать тортик. Давай, подожди. Вот. На цветочек хочешь ее посадить? Ну, пускай. Осторожно, осторожно. Смотри, как цветочек падает. Вот. Пусть она здесь сидит, кушает торт. Все, вот так пускай сидит. Кушай тортик, Свинка Пеппа. Как вкусно. Алис, ты хочешь попробовать тортик? Попробуй, попробуй. Вкусно тебе? Вкусно. Ну вот. Спасибо, Алис, это был очень вкусный тортик. Ну давай дальше пока поставим Свинку Пеппу сюда. Это тоже покушать, Свинка Пеппа? А? Давай. Это я даже не знаю что. По-моему, там у нее морковки лежат. Свинка Пеппа, ты любишь морковку? Любит Свинка Пеппа морковку? Да. А ты любишь морковку, Алис? Да. Ну попробуй Свинки Пеппа морковку тоже. Попробуй вот так. Вкусно? Да. Вкусно. Хорошо. Давай посмотрим, что тут есть еще. Что это? Покажи мне. Динозавр. Это от Джорджа. Это от Джорджа динозавр. Да, а куда ты его хочешь приклеить? Тоже на дверь? Подожди, пониже, а то так не будет видно здесь. Получается? Вот так, да. Динозавр рядом с Джорджем. Правильно. Ой. Дерево падает. Вот.
что еще есть? Это. А это что? Это часики. Часики. Часики вот с этой стороны хочешь? Хорошо, давай здесь. Часики. Вот часики. Да, сейчас мы сделаем с другой стороны. Сейчас мы с другой стороны. Вот часики. Сядь, Алис, на стул, пожалуйста. Сядь на стул. Часики вот ты сюда приклеила, видишь? Вот, давай теперь с другой стороны приклеим наклейки. С другой стороны мы приклеим горшочек с цветами, например, давай? Вот сюда. На дверь приклеим. Вот сюда на дверь, только с другой стороны. Вот так. Нет, нет, Алис, смотри. Вот так вот на дверь. Вот так. Здесь горшок с цветами. Вот здесь будет горшок с цветами. Что еще, Киса? Мяу. Мяу, вот сюда давай приклеим, может быть, вот с этой стороны. Ну не кверх ногами, приклею ровненько. Мяу, приклей. Подожди, вот так ровненько. Ты хочешь там? Нехорошо приклеить. Нет, приклеить. Куда ты хочешь приклеить? Посмотри. Только сядь, пожалуйста, на стул. Куда ты хочешь приклеить? Тут. На коробочку. Ну ладно, приклей на коробочку, хорошо. Это мяу от Свинки Пеппи. Это мяу от Свинки Пеппи. Правильно, хорошо. Ура, мяу, 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 мяу. Так, на заборчик. Да, вот сюда заборчик поставим. Это заборчик. Может быть, цветочек на забор поставим? Так красивее будет, смотри. Осталось два маленьких цветочка. Один маленький цветочек и еще один маленький цветочек. Куда ты их приклеила? Так. На крышу? Вот. И теперь остался последний самый цветочек. Куда ты хочешь его приклеить? Тоже на крышу. Ну вот, очень хорошо. Смотри, вот такой красивый домик получился. Видишь? Браво! Браво, Алис, браво. Очень хорошо сделала. Теперь ты можешь покатать Свинку Пеппу на качельке. Хочешь? Посади ее на качельку. Ой, как? Вот так. Теперь она, наверное, покушать захотела уже. А? Захотела покушать? Нет, еще хочет покататься на качельке. Хорошо. Все, накаталась, упала. Посмотри, Катя. Нет, подожди немножко, не так. Вот, хорошо сидит крепко. Ой, перевернулась. Осторожно, Свинка Пеппа, не катайся так сильно. Тихонечко. Так сильно нельзя кататься, ты же упадешь. Ой. Бум. Ой, она плачет, Алис. Я стукнулась, пожалей скорее. Поцелую ее. Бедная Свинка Пеппа. Вот так. Ну вот, вот такая вот игрушка. Домик такой вот, весь в красивых клеечках, со столиком, стульчиком, дерево, это вот так почти, вот такая качеля, и на ней катается такая штука. Упала, Алис, нужно хорошо ее посадить, плачет, пожалей, пожалей, целую.
Осторожно. Алис! Ай! Ай! А кушать пойдет она? Да. Давай, Синка Пеппа, пойди покушай. У тебя там есть вкусный тортик. Ты хочешь, чтобы она на цветочек села? Давай. Это у нее такая табуреточка цветочек, да? Мама. Ой, Свинка Пеппа, осторожно. Ну что, ты скажешь всем пока-пока и будешь дальше играть? Скажи пока-пока. Пока-пока. Вон туда скажи пока-пока. Пока-пока. Thank you.